Самарской области будут штрафовать коммерческих перевозчиков за увеличение числа машин на маршруте. На пленарном заседании губернской думы были поддержаны поправки в региональный закон об административных правонарушениях. Согласно им, коммерческие перевозчики будут привлекаться к административной ответственности за превышение максимально допустимого количества транспортных средств на маршруте и за отсутствие информирования уполномоченных органов об увеличении стоимости проезда в установленные сроки. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. История целого города в одной точке. В Тольяттинском краеведческом музее рассказали о проделанной работе в 2023 году и поделились планами на текущий год. Среди результатов прошлого года отметили тот факт, что музей стал более доступным для горожан. Создана безбарьерная среда для маломобильных граждан. Были реализованы пешеходные экскурсии по знаковым местам города. Проводились разнообразные занятия для детей. Год был очень успешный. Мы впервые в истории нашего перевыполнили план по муниципальному заданию по платным услугам на 14%. То есть, если в деньгах, это тоже достаточно большая сумма. То есть, это важно очень. Это раз. Во-вторых, год был очень плодотворный в плане и выставочном, и в плане проектном. Наряду с постоянными экспозициями в краеведческом музее обновляются и временные выставки. Сейчас здесь представлена коллекция фотографий «Седые вершины Афгана». Выставки «Нефть Поволжья» и «Стоп снято», где представлены коллекционные открытки советских актеров. В планах на будущее – организация нового детского пространства и обустройство музейного бульвара. Реализация проектов становится возможной благодаря сотрудничеству с партнерами музея, крупными компаниями и предприятиями города. Информационным партнером Тольятти Тольяттинского краеведческого музея вот уже много лет является компания «Лада Медиа». Коварный весенний лед. С приходом тепла ледовое покрытие на водоемах становится опасным. Велика вероятность образования полыньи. Но это не останавливает любителей зимней рыбалки. Они по-прежнему выходят на лед в ожидании улова, чего может стоить пойманная рыба. И какие меры безопасности нужно соблюдать. Все подробности далее. Это излюбленное место тольяттинских рыбаков – итальянский пляж. Здесь водится окунь, иногда встречается и судак. И до сих пор рыбаки приходят сюда в ожидании улова. Но не чревато ли это серьезными последствиями? Сейчас люди прекрасно понимают и видят, что в дневное время у нас плюсовая температура и идет таяние льда. Сейчас также у нас наблюдаются водные линзы. Ну, то есть в течение светового дня у нас уже появляются проталины. И льда как такового, прочного, хорошего, уже такого понятия не существует. Спасатели ведут мониторинг ледового покрытия ежедневно. Делают замеры льда в районе итальянского пляжа в 6-м квартале в Федоровке. Данные каждый день колеблются с размахом в 20 сантиметров. Сейчас вот опускаем. У нас здесь 55 сантиметров. Это в районе итальянского пляжа. В принципе, еще безопасно. Но опять же, это местами ближе к, как говорится, к середине Волги, там могут быть и промоины. С каждым днем весенний лед становится все более пористым, рыхлым и слабым. В это время выходить на его поверхность крайне опасно. Там в зависимости от плотности льда, понимаете, он может быть и 20 сантиметров. Но если он пористый, то можно утонуть. Поэтому как бы весенний период, он вообще уже почти небезопасен. Вот. Поэтому как бы так. Если Федоровские луга, например, за Федоровкой, там уже открытая вода. По последним замерам мы ездили. Но любители рыбалки это не останавливает. В районе итальянского пляжа их по-прежнему много. Спасатели каждый день проводят профилактические рейды и раздают памятки с правилами поведения на льду. Ни в коем случае не нарушать элементарные правила личной безопасности, тем более сейчас весенний период времени. То есть все несчастные случаи, как правило, происходят именно из-за этого, что люди просто пренебрегают этими правилами. Ни в коем случае не стоит выходить одному, ни в коем случае не стоит носить рюкзак на двух плечах. Также при себе иметь навигационный прибор или хотя бы компас и также отслеживать погодные условия. Таким образом, выход на акваторию Волги весной под запретом. В любой момент лед может провалиться и человек оказаться под огромной льдиной. Не подвергайте свою жизнь опасности. Анна Слояковская, Андрей Костомаха, новости Тольятти.